Нихуя себе, блядь. Здравствуйте, люди, с вами Никетсу Маракайта, и это игра Dusk 82. Вообще неожиданно, если честно, я чисто случайно ее нашел в интернете, что есть такая вообще игра Dusk 82. Вообще, впервые, как я вообще нашел, знаете, композитора Эндрю Халшюльт, если я правильно, собственно, назвал, если что, исправьте. В общем, я услышал эту музыку, по-моему, да, подобную. Я вообще не помню, в общем, задемейкенную музыку Эндрю Халшюльта прямо на его официальном канале я нашел и послушал. Я думаю, это просто как бы сделали не как ОСТ какой-то там игре, вот, а просто переделанная мелодия как бы в демейк. И самое неожиданное, я здесь вот листал просто так на днях Steam, гляжу, Dusk 82 игра. Я такой, в смысле? И да, Dusk 82 The Ultimate Edition есть. Типа, я реально приохуел от такого. Типа, что это реально игра такая есть? Да, реально такая игра есть. Официальная, да, действительно. Ее создал тот же программист, вот Дэвид Шаманский, по-моему, если правильно прочитал. Тоже он сделал Dusk оригинальный, который, кстати, мы проходили. Так, и наконец-то я вижу лицо главного героя. Он с бородой. Блять, я его не так, если честно, представлял. Вот поверьте, если это так. Так, вообще, Dusk 82 стоит 172 рубля, по-моему, в Steam на данный момент. И знаете, по-моему, дороговато. Я посмотрел на Ютубе, и там идет как бы час игры. Вы действительно хотите за это отдать 100... Ну, не, ну... Я бы отдал бы под 80-60, не знаю, ну где-то так примерно. А они вот так вот продают, ну ладно. В общем, сейчас мы будем играть. Я тут вижу, есть level editor, то есть можно создать свои уровни. Но мы будем сейчас проходить оригинальные уровни, которые создал Дэвид Шаманский. Давайте я так буду называть, в общем, ладно. Итак, давайте поехали. Play. Select map set user. Это пользовательский, так, главный. У нас первый уровень называется Woods. Тут не будет Woods за исполнитель блоков, я думаю, ладно. Так, здесь есть сюжет. Вот, ты... В общем, я это переведу после. Как бы... В общем, я пройду игру и переведу. А на видео вы уже сами увидите этот перевод. Вы входите в сумеречный лес, но что-то не так. Страшные мутировавшие козы рычат вокруг вас. Вам нужно найти оружие и сбежать. Совет, деревья могут быть уничтожены. Окей. Все, погнали. Я пока сюжет не знаю. Так, you entered the woods of Dusk, but something is wrong. There's more mutated gods snare around you. You need to find a weapon and escape. Ты должен найти оружие и сбежать. То есть нас прям что ли забрали? Ладно. О! Так, нихрена как я выгляжу. Оу. Как будто реально в старую игру играю. Это Сакабан шутер, кстати. Skip turn. А как стрелять-то? Подождите. А стрелять-то как? У нас определенное количество шагов есть. Ептить! Да ладно. Шотган. А как стрелять? Choose a direction. Что это значит? Ой, у меня проблемы с английским. Что? Что я сделал? Что я сделал? А, надо пробел нажимать и в направлении стрелять? У нас у меня бесконечные патроны. Ладно, попробуем пойти так.
Тыц. Как бы все. Нет? Или мне всех надо убить? Я так понимаю. Ну давайте всех убьем. Я, блядь. Или все собрать нужно? Давайте попробуем так, ладно. В Сакабан, кстати. Кстати, я играл на самом деле. То есть это было, ну, достаточно давно еще, по-моему, на телефонах даже не система Java. А такие, знаете, ноги там специально свои операционные системы были. Что это такие мутанты, что ли? Ну и что? Мне все надо собрать, я так понимаю. Давайте попробуем все собрать. Первый уровень должен быть легким. Или надо было всех убить. Я сразу все прошел. Level complete. Замечательно. Мы прошли с вами уровень уже. Так, и продолжить как дальше. These barrels look dangerous, better be careful around them. Эти бочки выглядят опасными. Лучше быть с ними поосторожнее. Совет, бочки взрываются. Ими также можно помыкать. Спасибо, я ничего не понял. Давайте дальше, ладно, играть. Здесь, кстати, будет уровней 30. Мы как в Думе втором. Поэтому... На сооружении тут. Окей, а это что такое? Это бочка. Это головоломка будет, да? Это бочка, да? Спасибо. Так, это мне надо... Ага. Я пока отодвину это... То есть я, когда не шевелюсь, выходит... То, что... А, это как суперход, я понял. Окей. Ну, наверное, так должно все быть, верно? А мне не заденет? Подождите, я понял, надо всех убить. Да, это точно. Мне кажется, надо всех просто наклеп убить. И думаю, пройти дальше. Как вы думаете? Я того же мнения. Окей. Ой, иди-ка ты сюда сам. Ну-ка, иди. Давай. Блять, этот пидор. А у меня бесконечный дробовик там. Я сейчас даже замечу. Да, всех надо убить просто. Да, за это я сделал. Признаюсь. Но сейчас я знаю, как лучше все сделать. Смотрите. Сейчас мы пройдем быстро этот уровень. Но в каком-то лесу. Блин, сюжет пока не знаю, честно. Замечательно. Тогда забираем здесь все. А можно это? Нет, разрушить их нельзя, ладно. То есть выходит, когда у меня закончатся шаги, это будет эпик фейл. Да. Я думаю, так я могу пройти. О, да, все. Мы с вами закончили уровень, так, уже два, это хорошо. Вообще, представьте, кстати, я игру эту... More barrels. I want to put them... Переведу. Еще бочки. Интересно, кто поместил их сюда в таких нелепых, непрактичных условиях? В общем, собственно, я эту игру еле нашел. Вот, серьезно. Ну, торрент. Я не платил за эту игру совершенно. Потому что я пираться стажем, но дело даже не столь в этом. Я еле нашел пиратку, я думал, ее не взломали, я думал уже где-то покупать ее, но... Нет.
Так как бы тут пройти? Так, стоп, попробуем так. Где там нужно взорвать все? Блин, что-то я не то, наверное, сделал, да? Да? Да, наверное, блин. Хотя у меня есть идея для получше. Смотрите. Это все хрень, но сейчас мы сделаем кое-что. Ветерами блокаут. Блокаут, что ли? В общем, собственно, двигаем сюда. Ай, блядь! Там же надо... Блин! Все. Это заново, наверное, надо. А хотя, подождите, нет, заново не надо. Подождите, все идет по плану, по-моему. Кто играл вообще с Сакабаны? Скажите честно. Я в какой-то играл... давным-давно, поэтому что-то я вспоминаю, как выглядит вообще, в принципе. Так, нам куда-то надо идти. Ну, как всегда, убить надо. Так, ага. А вот как тут идти, если честно? Давайте-ка подумаем, торопиться нам некуда, еще у нас выбор впереди. Блять, я явно проиграю. Это на каком-то уровне с первого раза вообще. А, подождите, у меня 4. Энимис. А противник, раз, два, три, четыре. А, да. Так. Как бы тут бить вообще? Мне надо оставить одну бочку. А как это сделать? Ай. Блин, скип-минский, вообще даже не знаю. Была не была, похуй. Короче, сейчас. А, пододвинуть нельзя, кстати. Я замечаю, что не работает. Ну, стрельба. Логично. Да? А, да, все, сейчас. У меня план появился. Не задень ту бочку. Блять! Нет, по-моему, все, мы проиграли. Я не так все сделал. А как бы. Хотя с другой стороны, подождите. Блять, из этой хуйни. Да. Я понял все, как быть надо. Не, подождите, а как? Как мне быть все-таки? Блять, опять через старт я что-то не пойму, если честно. Головоломка тут такая. Даже на третьем уровне для меня. Либо я тупой такой. Что, скорее всего. Мне надо как бы вниз это все спустить. Так, ладно. А как потом вывести это? Мне две бочки надо. Не, я еще раз перезагружаю, что кто-то совсем запутался. Пока нет мыслей. Так, это сюда, это сюда. А вот эти вот бочки куда? Вниз не надо. По-моему, сюда вот так вот сделаем. А это вниз. Блять, а это куда туда? Ну только сюда, я не знаю, нет выбора никакого. И стреляем. Все. У нас остается две бочки. Которые я могу вывести. О, окей, хорошо.
Блядский хуй, я не так все сделал, да ему. Так, да, я думаю, вот так вот все-таки можно было все сделать. На, сдохни. А, он еще не сдох. И тут начинается самое сложное. Как... Тут нужно подумать, как бы их убить, в принципе. Очевидно, что мне нужно стрелять сейчас. Потому что я не могу не подобрать ничего. Это вообще... Окей. Так, и вопрос у меня задается. А как все делать? Значит, мне приходится вытащить бочки сюда. Да, вот это. Туда и наверх. И убить. Да. Тот выход это уже после. Верхний. Значит, логически мы в каком-то рисунке, кстати, да. Блять. И что делать-то в итоге? Я просто сохранил две бочки, но... По-моему, я... Блять, не так все сделал. Заново. Я понял, как надо. Но с началом уровня я, собственно, расправился уже. Теперь мне нужно тактику сохранить такую, чтобы... у тебя вот... Бочки две какие-нибудь остались. Так, окей. Давайте логически подумаем. Я же сдохну из-за этого или нет? Блять! Я это ненавижу! А как быть тогда? Блин, я из-за этого сдыхаю, знаете ли. Да-да-да-да. Значит, какой вывод можно сделать? Пододвинуть вообще никак. Начало-то ладно, я знаю, как пройти. А, блин, уже третий уровень, если честно, для меня сложноватый. Кобздец. Ай. Например, знаете мне что? Конечно же, Castle Wolfenstein, ну это еще бы. И называется уже Dusk 82, как будто в 82-м году уже. А почему в 82-м, кстати? Мне вот интересно, почему именно 82-й год? Блять, лошадь, красная, иди сюда. Так, и как тут всё-таки пройти? Вот как быть? Что делать? Что нужно выбрать? Бочку первую? У меня нет выбора, как просто сейчас стрельнуть сюда. Блять, не, сука, я не люблю головоломки, ладно, признайся, я тупой для них. Скип терн, в смысле? Скипнуть что, уровень? Нет, мы его пройдем, или терн? Что такое терн? Просто как вы пришли сделать? Найдем его ещё. Стоп, не один хуй! Можно пройти. Ха-ха! Моя тактика сработала. Тыц, тыц. Аккуратненько давай. О! Ага, да, мы сейчас пройдем. Ура, наконец-таки. Я тебе пиздюленьки все-таки брать не буду. Не хочу. Надо просто начать уровня убить этих зверьков. Окей. Ура! Мы спускаемся вниз. Или куда там, я просто я не понимаю. Это не столь важно. Так. Ладно, если что, перевод потом. Издалека доносится рев бензопилы. Ты же знаешь, что тебе понадобится нечто большее, чем дробовик, чтобы справиться с этой новой угрозой. Совет. Кожевенники не могут быть убиты стрелковым оружием. Я знаю эту музыку! Blinding Out называется. О, тут нас могут убить уже. Мне что, ключ надо найти? Блядь. Да ладно.
Иди нахуй, иди нахуй. Блин, прикольно сделали, если честно, демейк даже музыку. Шотган, беги, блядь. А, это можно оставлять просто. Да? Ну-ка, иди сюда, пиздюк. Хуйню стрелять. А как это произошло, в смысле? Что? Нет! Иди ты нахуй, пиня. Блять, серьезно, подождите, я в него стрелял. Все по чесноку, сука, ты читер. Я ж в него стрелял. Обманул, ура, наконец-таки. Убегаем от него, убегаем, 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 давай, тик-тирик-тирик. Блять, за мной же идет, сука. Я думаю, неспроста здесь эти бочки. Да. Поэтому, мне кажется, у них есть смысл. Сука, стой там! Да! И с помощью бочек надо все сделать. Так. Ладно. Что там дальше? Монстры повсюду, вы задаетесь этим вопросом. Что могло случиться с этим городом? Что-то пошло не так. Лучше убить все. Действительно. О! Теперь у нас есть выбор. Блять, сложновато становится. Дайте пока подумать. Какие-то там собаки, и я просто не помню таких противников. Уж сильно. Блять. Ой. Беда. Тихо. Да, надо назвать видео Dusk, но это супер фотка. Ай! Все-таки рано. Ничто. Я не думаю, если честно, что у нас наш главный герой будет с бородой. Просто это как-то не видно. Даже я и не думал, серьезно, я думал. Что-то наподобие думаем. Нападайте! Отлично, все. Сейчас это убью. Вот и. А все, все я всех убил. Ура! Здесь даже ограниченные шаги есть. Ебать, хватит. Я этого не знал. А тут босс будет, кстати. 2014. По-моему, в тот год и вышел экран. Блять, ладно. Вы видите металлический знак с единственным безошибочным словом на нем минное поле. Военные должны быть здесь. Но, конечно, они бы уже сдержали атаку. Что-то пошло не так? Совет, не наступайте на мины. Что это такое? Это бомбочки? Ага. Блин, нас противника, блядь, нет. А как тут пройти? Их заманить надо в ловушку как-то. Блядь, интересно, если честно. В каком-то смысле, да, интересно. Так, а в них же можно стрелять? Нет. А что это такие за зоны, вот видите, зелененькие? Трец.
Опа! Ага. Теперь я могу пройти. Тихо. Если честно, тут одно лишнее действие на клавиши и все, вытру. Я не хотел убивать. Тут, почему всех надо убить? Вопрос. Здесь будут ключи какие-нибудь. Этого приманить. Вот видите, сколько их? А, их еще 8 штук. Блять, это немного меня удручает. Чу! Как это будет выглядеть? Этого мы убьем, ладно. Ой, это как? Можно пройти. Ебать. Я умер? В смысле, я... Да ладно. Блять. Да, все-таки немножко для меня сложновато, наверное, будет. Выходи! Может, мне наверх забраться? Хотя нет! Мне все нормально. Ладно, помните, сохрани для привлечения этих петухов. Так, и что мне делать? Ага, окей. А второй-то какой? Сука! Ты должен был на бомбу. На бомбу. Вот, наконец-то. А то я вижу, что он не идет. Так, выходит, мне надо... За время это сделать? Блять, серьезно? Или как? Иди сюда. Все. Сдохли, блядь, ну вы тупые. Ну что сказать, ну все, наверное, да. Пока мы прошли. Ой, блин, я боюсь, если честно, 20 уровней, это знаете, как мини будет, но они сложноватые, скажу честно. Так, Впереди вы видите странное оружие, лежащее на земле. Похоже, кто-то собрал его из дерева и обрезков. Это не самое элегантное оружие, но оно должно дать... Взрывные результаты. Совет. Будьте осторожны, стреляя из клепальщика по ближайшим стенам. Что это такое? Бомба. 3 штуки? Ой. Извините, назад. Я просто не знал, что... Она прям так... А можно их убить? Да. О, нормально. Разнообразие. Я сначала хочу их убить, 7 штук, да? Так. Ну, я так понимаю... Не, мне как-то надо... Блядь, уже кончилось. Не зря я сюда пошел. Жопу, да, зря пошел. И надо двоих было сразу. Оглашусь. Я неправильно поступил. А-а-а, сука, иди нахрен от меня. Так, и куда мне идти?
там бомбы есть, в принципе, у меня 4 штуки. А зеленая хрень, зачем? Если я же могу обойти, верно? Заман. Или как? Почему? Какого черта? Почему я взорвался? Тоже. Блять, мне впритык нельзя стоять, сука. Просто такой шанс был. Ну ладно, я так только узнаю. Блять, это понизу идет еще. Иди от меня нахуй. А, я тоже взорвал. Понял. Спасибо. Все. Их сразу, в общем, двоих надо взрывать. Понятно. Ревети. Как они переводятся? Когда они вдвоем, можно? Слушай, пошел нахрен, серьезно. Отлично. У меня 5 штук. Не, у этого уровень должен быть легкий. Ну. А почему они мне не стреляют? А, они с бензо... Ептить, они же... Точно. Они с бензопилами. Да-да-да-да-да. Отлично. Вот сука. Гляньте-ка, я хочу бомбу забрать, а не гляньте-ка. Блядь! Почему ты рядом был? Ай. Пиздец, блядь, опять по новой, да что? Ай. Нахрен он там стоял, блин? Теретик. Каблуков надо обходить. Отстань от меня, что-то как прицеп. Не отвлеки меня. Смотрите. Но у меня 4 штуки. А хотя или хватит. Ладно. 2 штуки, попытаемся пробраться. Сейчас вы на меня этого... Три штуки, три противника, нормально. Так, отлично. Все, фу. В запасе будет на... Хотя нет, в запасе не будет, я думаю. Что-то мне нравится, если честно, уже жанр Сакабана. Ладно, давайте до 10 уровня дойдем, я, наверное, закончу серию. Я думал вообще пройти за все, ну, всю игру, в принципе. Ну ладно. Это здание кажется единственным проходом, и оно наглухо заперто. Надеюсь, кто-то оставил ключи в удобном месте. И надеюсь, что демонические козлы их не съели. Бог ты мой. Наконец-то я хоть постреляю в этих собачонках, но это собаки идут. Так, ключи. Сейчас туда. Значит, у нас в инвентаре только может быть один предмет. Окей. Делаем тогда вот так вот. Хотели надурить? Нет, не вышло. Так. Мы здесь это сок... О. Даже тут так, такое сделаем. Ну. Блядь, да ты... Один остался, просто один. Нет, я всех должен убить, реально. Это с этой игры. Опа, да. Синий ключ. Откроем двери здесь, пожалуй, и здесь. Возьмем вот это так. Нет, стоп, нет. Знаете, вот так вот сделаем.
кроме здесь, здесь врагов же уже нету, по идее. Да не, все под контролем, да. Ладно. А что там за красным здесь? Жить тут будет. Окей, я понял. Ну все, наверное, я думаю, ладно, сейчас. Не потерять бы красный путь, знаете ли. А, вон он. Опять взял. Блин, а мне игра нравится на самом деле. То есть... достойно она вообще. Что это такое? А разрушить? Давайте разрушим что-то, раз уж здесь. А зачем? Я не вижу в этом логики никакой. И нет, да. Ну правда. Не, я ничего не вижу, ладно. В общем, сейчас да проходим до 10 уровня и все. И конец. Все. Ура! Все. Это был уровень легкий. Блин, жестко сейчас пойдет, я думаю. Похоже, это тупик. Если только вы смотрите на клепальщика в своих руках, взрывы в конце концов годятся не только для того, чтобы убивать плохих парней, пора сделать свой собственный туннель. Совет. Опять же, будьте осторожны, стреляя из заклепочника по ближайшим стенам. Босс? Нет. 21 противник, еще ебанутый. Кстати, бомбочки похожи на эти, на мешки, мне кажется. Так что мне предлагаете так вот делать? Блять, сука, я... Блин, ну я же стоял вдалеке, в принципе. Ну как мне показалось, серьезно. Просто стоял вдалеке, тут бах, и подъезда. Давайте, ладно, издалека стрелять. У нас без запасов. Еще раз возьмем без запасов. И вот эти, конечно, возьмем. Блин. Мы на себя еще не подорвать, блин. Это, правда, с этим не беда. Вот, я чуть не подорвался. Я как-то бы полностью посмотрел, но я ее не вижу. Но не забывайте, что и бомбочками можно убить этих мудаков. Сейчас. Ну хоть бомбы, знаете, не взрываются от взрыва, вот это вот интересно. У, тихо. О, отлично. По-моему, я выиграл. Но если не ключ, то... Давай, выходи. Выходи, блин, не прячься. В очередь, суки, дойдите, в очередь, блядь. Поехали. Почему? В смысле? Они... Блядь! Да ладно, в смысле, почему? Так все шло идеально. Реально все шло хорошо, почему? Придется тогда их
Так я бомбу кидаю вперед, блядь. Что за хуйня? Почему так вышло? Несправедливо, как мне кажется. Я бомбу куда кидаю? Смерть. А почему я в тот раз не смог, собственно, просто стрелять этих пиздюков? Все. Не, тут только не был легкий, признаюсь. Блять, я не сдохну. Нет. Ага. Все, последний уровень проходим, да, я заканчиваю, собственно, запись. Что-то уже многовато идет. Эти конвейерные ленты не имеют никакого смысла и иногда не следуют известным законам физики. Но это не самая странная вещь, которую вы видели до сих пор. Далеко позади вы можете услышать шум преследующих врагов. Если ты не будешь продолжать, тебе конец. Совет. Конвейерные ленты перенаправляют большинство вещей, включая нажимаемые элементы. У нас тут нет противников, но у нас есть бочка. И хорошо, что противников нет. Это замечательно. Ну что делать? Так, ясно. Ладно. Обойдемся и без этого. Заметьте, тут бочек надо много. Не забываем это. Так, а это что такое? Подождите-ка. Отлично. Так, ну вот это тогда соберем, если мы сюда пришли. Не-не, неожиданно. Меня назад выбрасывает. Угу. Красный ключ. Подождите. Значит, его нужно добыть. Так, а как его добыть? Так, наверное, да? Выходит, да? Но ведь так? Давайте еще раз попробуем. Все, подождите, я, кажется, понял, как все это надо сделать. Сейчас мы на раз, два, три расправимся здесь. О, блять, куда ты улетел назад? Я не хотел этого, я хотел стрельнуть просто. Блин, улетел уже. Тихо. Нам надо три бочки. И я две вижу. Я две могу, если честно. Здесь. Блин, проблематично. Или нет? Ой, блядь, как я теперь волнуюсь, если честно. Трудновато что-то. Чуть-чуть, признаюсь. Но игра мне нравится, так что... Не знаю, для денег инаря явно стоит это, без вопросов. Но, мне кажется, не такая сумма, которая есть в сети. Что делать-то? Так, а с бочкой-то что делать? Явно сюда. Отлично.
эту бочку сюда. Толкнем. Так. Ага. Блять, пизду эту коробку. Лети отсюда. Правильно я все делаю. Блять! Я про это забыл на самом деле. Блин. Как мне выбраться-то? Рестартуй мне. Сиптить, хватить. Ой, бог мой, опять все это делать-то. Блять, я сдох нечаянно. Ну, с первыми бочками-то ясно, ладно, окей. Теперь надо разобраться с другими. Так. Вот эту вот бочку явно надо... Хотя подождите. Я попробую сюда подойти. Блять, а почему нельзя? А, сука, забыл, да. Так что, если что, их кверху надо, мне кажется. Они бесполезные, сучки. Так. Ну, с этим я разобрался. По-моему, все. Тут и так все ясно уже. Здесь можно обойтись и без этого. Да. Все, мы победили. Найс. Последняя осталась. Ну вот эта вот бочка, да. Не, этот уровень был лю... Ах, фух, легкий. А шаги уменьшаются, когда я перехожу на следующий уровень, ну все. Да. Все. Ну, как бы на этом все, ладно, я закончу. Игра мне действительно нравится. Сразу скажу, да, я говорил, она мне нравится. Она своеобразная, что, кстати, украшает. Потому что вы вообще, не знаю, ну, большинство геймеров не играют в Sucker Bump. А тут Dusk игра, которая похожа на Doom Quake. Поэтому она меня и привлекла еще. И названием Dusk 82. Типа... Что за 82-й год тому подобное. И вижу Сакабан. Пока все отлично. Мне нравится. То есть, но покупать, кстати, ну, блин, я не знаю, если бы цену изменили, я бы согласился, но... Не знаю, я пройду дальше игру, может там... Дальше будет интересный уровень. Но, чтобы она 172 рубля или сколько там стоила, мне кажется, она того... Не стоит, извините за тавтологию, блин. Ладно, спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. С вами был Никетсу Маракайта, всем удачи, пока. Не забывайте, кстати, скачивать тоже Dusk. Если не играли, я советую, это прям реально духовный наследник Дума и Квейка. Вот так вот скажу. Но мне понравилось. Dusk мне тоже нравится, так что и Dusk можете скачать. Типа, если не играли ни разу в Sucker Bump, это отличная возможность начать прямо сейчас именно с Dusk'а.